Всем привет, канал в поисках клада золота и сокровищ от Викринга. Значит, что, копаю в глухой чащобе, такие вот 200-300-летние сосны, огромнейшие просто. И что, сейчас есть такая ямочка у меня. Значит, что интересно, вот такой выкопал, смотрите, кусочек, вот такой вот он. И что интересно, что он у нас звенит. Ну что, будем в прямом эфире смотреть, что тут у нас. Аж самому интересно. А вдруг золотишко, ребятушки? Сейчас смотрим. Нет. Да, мы там все-таки здесь в крупником. Потихонечку разламываем. Заглядываем, что там. Так. Упало. Надеюсь, что здесь. Да, здесь. Ага, ребятушки, смотрите, какая красота. Сейчас, надеюсь, вам видно будет. Так, сейчас этот. Да, прям тут. Сейчас так на солнце стану на свет, чтобы было получше видно. Тут прям видно отпечаточек. Сейчас стану вот здесь на солнышко, чтобы вам показать. Так, что-то тут тоже как-то на солнышке не очень. Прошел хороший такой ливень, отлично сигналы идут. Не все показываю, потому что комары просто зажирают. Сегодня вышел сам. Прям отпечаток какой-то. Как трава какая-то странная. Прям так, а ну-ка. Не знаю как. Вот так, наверное, получше будет, да, точно. Вот прям отпечаточек в этом комке. Так, это 5 копеек. 1000. 950 года. Всех прошу говорить, как я, полностью год, потому что человеку непонятно сказать 50-й. Не знаю, надеюсь, вам видно. Так, стоять, мой пятачок. Так, зачетненький пятачок. С этой стороны. Ну да, не похоже довольно-таки. Качество. Сохрана, точнее. Песочно-лесной. Даже не буду тереть его. Поэтому давайте не переключаемся. Это же канал Викринг. В поисках сокровищ золота от Викринга. Давайте. Кто впервые на нашем канале, ставим лайки. Подписываемся на колокольчик. Ни в коем случае не переключаемся. Потому что это реально круто, ребята. Посмотрим, что тут еще может есть. Да, возможно, еще монеты. Сейчас этот пятак убираю в сторонку. Сейчас проверим еще, может быть, тут что-то есть. Может быть, еще что-то. Может быть, кошелечек или какой-нибудь золотишко еще тут вместе с ним. Потеряно, сейчас посмотрим. Так. К сожалению, наверное, нет. Ребята, к сожалению... Похоже, что непонятно. Сейчас на всякий случай еще раскопаюсь капельку, мало ли. Может быть, все-таки что-то еще есть. Вот так. Хотелось бы еще хотя бы монет 50-100 таких взять. Ну что, редкий год какой-то бы попался. Комары зажирают, жира. Так, что-то похоже, что здесь все. Но все-таки негромко хочу сказать. Золото! Золото! Викринг, Викринг! Подписываемся, лайки, прям дальше. Не переключаемся, все только начинается. Будет неимоверно круто и интересно. Викринг, сокровища, поиски золота, бриллиантов. Лучшее видео только у нас на канале. Провокации, сенсации. Смотрите, ставьте лайки. Вы получили неимоверную премию «Охотники за сокровищами». Наш канал Викринг – это огонь, мы пламя, которое пожирает своих конкурентов на своем пути. Смотрите нас, и вы получите неимоверные крутые впечатления, эмоции, сокровища, золото и бриллианты. Викринг – это золото, золото, золото! Огромный казанок сейчас Геннадий выкапывает.
Кстати, я это место предложил как вариант для раскопок, потому что я чувствовал, что здесь будет золото. Неаккуратно, он огромный. А это, слышь, это не колокол случайно? Не знаю. Так это колокол, слышишь? А? Это не колокол случайно? Не знаю. Ну он вот, видишь, куда идет. Вот заканчивается. Слышишь, капец, огромнейший. Это чугун какой-то. Ну, чугунок. Чугунок, да? Наконец-то, сегодня я самый богатым. Я сказал, мне всего 70%. Ну я тоже так считаю, думаю, что если даже 70, ну я не знаю, буду, конечно, не торговаться, маловато, конечно. Ну, я думаю, чтобы по-честному, сколько в мою миску влезет, столько я унесу. Слышишь, ну реально, так это не знаю, что это чугунки такие бывают. Не знаю, это старинный вообще. Я такой первый раз, честно, вижу. Это старинный. Я реально такого монстра, гиганта вижу в первый раз, если честно, вообще говорить. Я думал, он маленький. Я начал понимать, что это уже этот, что это лежит колокол. Думаю, наконец-то мы нашли колокол. Это может не хуже колокола. Смотри. Не, ну... То, что мы сорвем куш, это однозначно, я уже вижу. Самое главное, его не разбей. То, что я сегодня сорву куш, однозначно. Вы посмотрите, как Геннадий играется, играет, сейчас копает, и меня не подпускает раскоп, потому что он сказал, что эта миска слишком большая, наполните. Как устанешь, скажешь, я подменю тебе. Не, ну чугуночек, конечно, отличненький вообще. А? Не, ну это именно находка, и притом он закопанный. Я таких чугунков никогда, если честно, не видел. Вот это как раз говорит о том, что это утварь церковная, а там вот выше может и то, что мы. Понимаешь? Ну да. На правильном пути. Мы на правильном пути, только Геннадий повел меня в кусты. Я очень долго копал пробки. Он хотел, чтобы я устал, а теперь он потихонечку выкапывает. Ладно, буду... Всем привет. Канал Викинг. Как всегда, целуем нашу подкову на счастье. Она нам приносит, как вы знаете, удачу. И, конечно же, передаем вам классные привет и поздравления. Значит, работаем на дворце графа Карла. Будут очень интересные находки. Пойдем сейчас заниматься, искать артефакты ценные в той сокровищнице, которую мы нашли последний раз. Поэтому думаю, что должно быть очень классно и интересно. Не переключайтесь, пожалуйста, смотрите до конца. Некоторые говорят, что мы работаем на современном доме. Просто я хочу показать вот кладку, кирпичи, которые здесь такие старинные. Некоторые из них даже попадаются с отпечатками, с клеймами мастера. Вот видно, что это на самом деле старинный дворец. Сейчас подойдем вот сюда, давай покажем. Будет интересно. Интересное место видно. Вот так вот покажи, смотри, получается здесь очень отлично видно, что это именно дворец 18 века, а не современная хрущевка, как некоторые пишут, которая только вчера была разрушена. Вот колоссальный здесь винный погреб, в котором мы тоже уже сделали очень много интересных артефактов, будем немножко попозже вам их, конечно же, показывать. Вот эта сокровищница, которую мы с той стороны тут раз разгребали. Здесь, получается, осталось, до сих видно даже решетка. Сейчас будем убирать. Вот она завалена. И заложена изнутри кирпичами. И заложена, да, будем сейчас разбирать, раскапывать. Будет интересно. Не успели докопать, потемнело, поэтому будем конечно докапывать, потому что можно показать поближе эту решетку. В основном некоторые говорили, что это у нас постановочное видео,
Просто любой, кто посмотрит, он поймет, что это решетка. Я сейчас покажу. Вот она, решетка. Здесь никакая не постановка. Реально, вот реально видно свод. Вот этот знак, почему здесь копаем. Отметку их поставить, что спрятаны. Поэтому, ну и с той стороны мы в тот раз нашли несколько очень интересных артефактов, если честно. Поэтому здесь мы будем, конечно, это все раскапывать и доставать, что здесь спрятано. Получается, за этой решеткой, когда мы разговаривали с местными, они так говорили, что он здесь, у него была сокровищница. Поэтому мы надеемся, что здесь одно стекло будет много всего интересного. Пошли его бутылки битые. А, вот уже. Получается, здесь была дверь, вот она сгорела, деревянная. Там была, получается. Вот видишь, разные там загоревшие какие-то предметы. Так, есть отличненько. Сейчас немножко передохнем, жарковато, 40-градусная жара, работаем, поэтому нужно немножко передых сделать небольшой. Собираем наш прибор, чтобы не повредить находки. Получается, тут слой сняли верхний, который с мусором. Сейчас прозвоним. Посмотрим, что у нас там. Что-то есть. Хороший сигнал идет. Вот некоторые говорят, что эти корни мы тоже сами придумаем. Я сейчас просто покажу эти корни. Это реально. Сейчас я его вырву. Просто думают, что это эти корни мы с собой привозим. Он честно заблуждается. Реальные корни. Настоящие раскопки. У нас нет никакого постановочного видео. Некоторые конкуренты напишут, что не смотрите их канал. У них одни только постановки. У нас нет никаких постановок. Все, что находим. Ого, есть. Вот, смотри, а вот покажи, вот. Покажи находку. Что я не вижу. Вот, вот, видишь? А, вот, вот, вижу, вижу. Ничего ж себе. Ух ты. Не, ну, я скажу честно, что... Смотри, прям, реально, тут надписи все видно. Посмотри. Класс. Реально очередная святыня. Все-таки ради такого стоит работать. Очень интересный артефакт. И здесь сейчас я его очищу. Сейчас возьму, очищу его. Есть перчаточка сейчас. Все-таки это усадьба богатая на находки. Ну, не зря мы сюда постоянно приезжаем. Посмотри. Здесь прям, смотри, птица изображена. Очень интересно, посмотри. Здесь очень много надписей. Кстати, посмотри, вон, видишь, так немножечко покрылся окисью. Вот, вот, вот в окисях. На скидочку какой период? Тяжело сказать, будем смотреть... Ты же знаешь, как нас критикуют, когда мы говорим на скидочку, какой период. Здесь нужно расшифровывать надписи. Смотри, здесь идут надписи. Давай покажем, может быть, нам помогут наши зрители. Давай. Сейчас я сделаю крупным планом.
пожалуйста, если вы знаете что-то об этом артефакте, пишите нам, будем вам очень благодарны. Да, и большая просьба, конечно же, не писать нам с матами, потому что это просто какой-то, ну, я не знаю, можно просто написать свое мнение, аргументировать его, но не нужно матами оскорблять христианские реликвии, оскорблять нашу работу. Поэтому мы, на самом деле, наш канал работает для вас, чтобы вам это было интересно. Очень жарко, если честно. Вот такой вот очень интересный артефакт. Здесь, с другой стороны. На нем он обломан или как? Я не пойму. Наверное, да. Здесь на чем он крепился? Обратите внимание, здесь сзади тоже все в надписях. А вот крепление давайте покажем с другой стороны теперь. Да, вот здесь вот, да, что-то крепилось. Это вот, место видишь. Крепления. И здесь, смотри, я вот так под углом покажу. Здесь идут надписи тоже внутри. Видишь, вот давайте посмотри. Приблизим. Вот, видишь? Вот, видно надписи? Да, я стараюсь снять, чтобы было видно. Чтобы все это было очень детально. Ну, я не знаю, но вещь... Давай так покажу. Вещь очень старинная. Давай так встанем на фоне дворца, чтобы было понятно, что это никакая не хрущевка. Я вам скажу честно, когда мы говорим «ставьте нам лайки», мы ни в коем случае их не попрошайничаем, потому что эта работа стоит того, такие артефакты, которые мы показываем всему миру, потому что многие прячут такие находки, не хотят их показывать. Мы, конечно же, их показываем и будем дальше показывать, потому что это реальные мировые артефакты, реликвии, которые мы достаем из земли, которые непонятно, что бы с ними было, если бы мы их не достали. Поэтому пальчики вверх, это очень классно. Смотрите наше видео, которое мы снимали здесь. У нас здесь классное видео. Смотрите, я не знаю, это будет или здесь, под вот этим пальчиком, или сейчас покажу, или под вот этим, мы еще не решили. Но это будет реально интересно. А также советуем вам смотреть бриллианты, которые мы нашли в этой усадьбе. Также советуем вам смотреть очень интересная реликвия, икона, которая была найдена с другой стороны в этой комнате сокровищницы. Поэтому, если интересно, то интересно. Поэтому классный канал номер один по приключениям и поиску сокровищ Викинг. Заходите, смотрите, советуйте друзьям, это реально интересно. И самое главное, повторюсь, реальные артефакты, реальные находки, реальные приключения. Андрей Александрович, можно как-то? Сейчас, чтобы подожди, сейчас я еще... Я расковыряю, покажу, подожди, сейчас ничего. Не показываю. Могу заснять. Сейчас, ты так снимай просто общий вид, сними дворец. А я сейчас расковыряю, я тут что уже вижу сейчас. Хорошо? Да, но интересно. Ну сейчас, подожди, ну поснимай себе что-нибудь другое пока, я сейчас тебя прошу. Поснимай дворец, а я пока здесь выковыриваю, что я тут уже что-то вижу сейчас, буду выковыривать дальше. Я не знаю, как его доковырять, если честно, сейчас. Сейчас, 2 секунды, сейчас, что-то тут есть. Сейчас аккуратно просто выковыриваем. Сейчас выковыриваем. Ну что там? Сейчас под этим камушком лежит, вижу. Сейчас. Вот выковырил получился. Золотой кирпич. Нет, это не золотой. Закладочка. Сейчас вижу, просто не могу просто достать. Сейчас. Ну давай я хоть сниму там, потом будем. Сейчас я покажу зрителям, где сейчас, мы. Подожди, я хочу. Что мы там выковыриваем? Покажись. А ну-ка, давай. Вот смотри. Так, где мы работаем? Вот. Что там? Ну не кричись, я понимаю, что надо громко говорить. Он просто, видишь, замурован. Сейчас еще не вижу, что это. Какой-то артефакт, и я тебе скажу, он золотой. Вот, видишь? Класс. Сейчас вытаскиваем. Сейчас. Есть. Вот. Ух ты. Сейчас. Это золото. Yes! Золото! Yes! Класс! Это просто капец, просто! Глянь! Золотишко! Посмотри! И при том, знаешь, как рассказывали про этого последнего графа, что он был такой карлик небольшой. Посмотри, он это обручальное носил, именно мизинец мне подходит. И понимаешь, какой он был маленький карлуша? Да, вот представь себе. Глянь, посмотри, класс просто! Вот это находочка. Теперь я вам скажу честно, ребята, с такой находкой, ну, как минимум, я думаю, что мы получим 20 тысяч дизлайков. Знаете, почему дизлайков? Потому что вы реально всегда, когда мы находим такие классные сокровища, ставите нам дизлайки. Глянь, посмотри. Класс. Супер. Вот это да, Андрей Алексеевич, дай 5 еще за находку. Это реально, конечно, просто круто. Это очередное просто сокровище, которое найдено нами у графа Сайкина. Конечно, стоит того, если честно. Посмотрите на эти
грандиозные развалины его дворца. У него здесь на каждом чуть ли не шагу находятся всевозможные тайные комнаты, артефакты. В общем, я скажу честно, что если бы мне кто-то сегодня сказал, что мы выкопаем очередное золото, я бы, наверное, не поверил. Но как ни парадоксально, вот оно. И еще, сразу вам показываю сюда и сюда. Это и бриллианты, это и сокровища, и, конечно же, христианские артефакты, которые стоит смотреть. Вот почему, наверное, то, что мы их сохраняем, и мы получаем такие находки. Посмотри еще. И здесь, как и 200 лет назад, собираются сатанисты. Тогда они назывались по-другому. Сегодня вот пиктограмма стоит. Можете просто посмотреть. Какие-то здесь еще надписи. Ну, в общем, одним словом, места крутые были тогда и сегодня. И вот эти наши классные находки, артефакты, тому яркое подтверждение. Поэтому давайте подписывайтесь на канал, досматривайте до конца и смотрите вот эти наши классные видео, которые здесь, здесь и здесь.